Уважаемые кузнечане, мы отмечаем наш национальный праздник – День России. Нам суждено было родиться на этой красивой, благодатной земле. Веками она осваивалась, возделывалась и обустраивалась, оборонялась от врагов многими поколениями наших предков. Она буквально пропитана их потом и кровью. В жизни нашей страны были тяжкие времена жестоких испытаний, горьких потерь и периоды небывалого подъема и триумфа. Всегда Россия находила ответы на вызовы времени, находила прежде всего в единстве народа, в силе его духа, непоказной, но истинной любви к своей земле. Сегодня весь мир переживает сложные времена. Тут и экономические потрясения, и природные катаклизмы, и эпидемии, и глобальная политическая нестабильность, чреватая в том числе и серьезными угрозами безопасности. Все это непосредственно затрагивает нашу страну. Но Россия достойно и последовательно защищает свои национальные интересы, отстаивает фундаментальные человеческие ценности. Сегодня наше поколение в ответе за Россию. От нас зависит настоящее нашей земли и ее будущее. Россия может быть только великой державой, или ее не будет. И величие нашей страны – это не только космос, Арктика, Крымский мост, могучие армии и тому подобное. Величие России – это и благополучие, и устроенность в каждом ее уголке, в каждой семье. Мы, кузнечане, часть великой России, ее истории, славы, настоящего и будущего. Нам жить на этой земле и нас сделать все, что в наших силах, чтобы жизнь эта была достойной, уверенной, наполненной высокими целями и правильными делами. Для русского человека, а говорю об этом в широком смысле слова, ведь для иностранца все мы россияне русские, жизнь приобретает полноценный смысл только тогда, когда в этой жизни главное место занимает понятие «Родина». Задумывайтесь над этим, цените и любите нашу Родину, Россию. С праздником, уважаемые кузнечане!